Сейчас на сцену выйдет человек, который начал творить тоже довольно рано, в школе. Ему было 9 лет. Именно в этом возрасте он впервые исполнил на публику песню «Прекрасное далеко». И смотрите, что было дальше. Музыкальная школа, вокальная студия «Юность», концерт на городской площади родного города в День защиты детей, конкурсы, фестивали. Он долго шел к своей цели. Встречайте, Александр Панайотов! Когда целый мир против нас, будет ли в конце пути?
скажи, рядом ли ты сейчас? Ну что, выпускники? Продолжаем петь. Давайте чувствовать друг друга. Поехали! Это дождь, как музыка мокрых крыш. Ты тоже сейчас не спишь. Где-то далеко. Мысленно и легко. Я знаю, твоя любовь сильнее всех разлук. Я хочу чувствовать, чувствовать тебя. Еще один сделал круг, и стали мы ближе друг. Ближе, ближе, но провожай все мои поезда, но вместе с тобой всегда останется. Скучаю, ты
навсегда моя. Птица раненна, кричи, сердце на мне излечит, и уже не позабыть, по кругам мы не сможем, все, что радость, то болит, раны все не залечить, невозможно. Всего хорошего. Пока! Оксана Сергиенко, Александр Панайотов. Ребята, спасибо.